все! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хотелось бы поговорить о таком проекте, как AirView. Проект достаточно новый, поэтому сегодня кратко я вам о нем расскажу. Итак, проект AirView – это новый протокол для хранения данных, основанный на новом консенсусном механизме, называемом доказательством доступа, который позволяет создавать постоянное, непрерывное и масштабируемое хранилище данных на блокчейне. Данные имеют низкую стоимость, высокую пропускную способность и свободны от цензуры. AirView пытается решить проблему изменения документов во время хранения и подделки. Прежде чем они будут сохранены таким образом, что после того, как хранение документов будет завершено, оно будет криптографически связано со всеми остальными найденными блоками. Это означает, что сеть обнаружит или отклонит любые изменения в содержимом документе. На самом деле это очень важно в данное время. Немного слов о том, как вообще в принципе работает данная платформа. Платформа построена с использованием четырех основных технологий для обеспечения постоянного хранения. Технологии называются BlockView, Proof of Access, Wildfire и BlockShadow. Давайте о каждом из технологий поговорим более подробно. Итак, технология BlockView – это распределенная новая книга с улучшенной технологией по сравнению с другими блокчейн-сетями. Платформа гарантирует отсутствие изменений данных в системе и гарантирует, что данные будут доступны в течение длительного времени. Блочная ткань полезна и потребляется низкую энергию, снижается количество хеширования, необходимое для достижения консенсуса с увеличением данных, хранящихся на AirView. Второй алгоритм, который хотелось бы затронуть, это алгоритм Proof of Access. Он, в свою очередь, позволяет платформе избежать отрицательного эффекта потребления энергии и позволит ей производить постоянное хранение данных цепочкой по низкой цене. Следующий немаловажный алгоритм – это алгоритм Wildfire. Это самоорганизующийся децентрализованный алгоритм, который позволяет организовать сеть для автономной адаптации к эффективным маршрутам распространения информации. Это, в свою очередь, уменьшает задержки при записи и отзыве данных. Ну и последний алгоритм – это алгоритм BlockShadow. Он используется платформой для ускорения вычислений транзакций, совершенных в системе, и повышения эффективности. Блокировка теней позволит развивать скорость в тысячи и в десятки тысяч транзакций за секунду. Что еще хочется сказать о данном проекте? Давайте поговорим о преимуществах. Преимущества данного проекта, их на самом деле три. Первое – это простая децентрализованная разработка приложений. То есть эта платформа создает очень легко для понимания разработчиками, и он имеет собственный REST API, то есть по которому разработчики будут получать доступ ко всей необходимой информации. Второй момент – это высокая пропускная способность транзакций, так как BlockShadow делает транзакции в системе быстрыми и эффективными. И самая организующая сеть – это, собственно, через Wildfire. Вся сеть будет сама себя организовывать, так как структура сети автоматически выравнивается с линией распространения информации. Что касается ICO данного проекта, то дата начала продаж уже стартовала 8 июня. Общий объем токенов, который выпустит команда, это 66 миллионов. И на ICO планируется собрать около 8 миллионов долларов. Что еще хочу сказать? На главном сайте предоставлена вся информация. Также здесь можно ознакомиться с технической документацией, можно зарегистрироваться для покупки токенов. И вся информация, все социальные сети указаны сразу на главной сайте, на главной странице. Все, подписывайтесь на канал, буду очень рад. Всего доброго!